Выражаем благодарность нашим спонсорам. Наступил новый день. Ночь была довольно жаркая, потому что многие местные жители и талибы довольно сильно обиделись на силы ИСАФ. Отпусти брата! Грязный свиноед! Куда ведешь честного человека, а? Он по своей земле ходит! Сюда иди! Это его корова была! А? Куда повел? Иди сюда! О! Что творится? Куда губернатор смотрит, а? Пособник грязных людей! Гринго, ты электроник транслятор? А почему у тебя красные часы? У какой девчонки снял? Красные к нам приходили в 80-х. Где они сейчас? И вы там будете? И в течение всей ночи поливали их базу огнем. Я в этом тоже поучаствовал, взял в руки оружие, и мне удалось убить где-то около 6 или 8 военных, причем сам я не пострадал, укрылся в своем клане. Так что, ребята, кто был на блокпосту в районе где-то 2 часов ночи, из соседнего с блокпостом здания огнем поливал вас я. И вашу спецуру около Хаммера пострелял тоже я. Вот так вот весело живем. Жизнь тут очень тяжелая. Они сейчас сюда придут все равно. Да, они сейчас сюда придут. Знаете, мне пулемет. Ну я серьезно, возьмите оружие, это тема. Мы его казнили на камеру, заебали. Даже интересно. Только, короче, это самое. Маски, лица там позакрываете. Давайте зайдем. Лица позакрываете. Вот. И там сколько? Сколько у него охраны? Ну, там сейчас 4-5 человек. Давайте его подорвем просто. Да, я уже подорвал. Пригодится еще. Ну только не светитесь так издалека, спрячьтесь под сарунком.
Бен, слушай, продаем по 200. Вот он, но он занят, так что там... Горячие обеды! Остановитесь, пожалуйста. Ты не транслейтер. Я с немецкого? На афганский, да? Да, здравствуйте. Мы принесли еду, здравствуйте. Это не гуманитарная помощь, это коммерческая операция. Почем? Ход кола, 150 рублей комплексный обед, ложки вернуть в столовую, тарелки не надо. Не переводи. Я так понимаю, что вы с английским нормально. Yes, yes, yes. Я 3 года жил в Кабуле, good. 4 дня, говорит. Второй язык. Ложи и бери, что хочешь. Есть сососов. Хочешь так, хочешь так. Хочешь вот там, кока-кола. Хочешь вот так. Одинаково. Только бери быстрее, блядь, поднос греется. Очень горячо просто. И плов горячий. И салфеточку возьми. Салфеточку бери, под руку подложи, да. Все. Приятного аппетита! Auf Wiedersehen! А теперь падай на землю. Вот это смелый солдат, снимите его подвиг, Марти. Он первый поест горячего плова, пока остальные будут думать, стрелять нас, не стрелять. To be or not to be. И всеповелевающего о том, что наконец-то он к нам пошлет мир на эту землю. Иншаллах! Которого жену украли. Зажимай. Винни пускай встречается с губернатором. Верните ему жену, у нас у всех задницы болят уже. У человека украли жену, а губернатор разруливает ситуацию. Братья, авиатор, собирай людей. Собраться, вооружиться. Время 5 минут. Готовность. Пожили двое люди, не испытывали нужды. Спасибо. Я надеюсь, никаких обид из-за твоей жены и никаких недоразумений не будет. Ты всегда входишь в мой дом, со своей женой. Какие-то будут проблемы, всегда обращайтесь. Это новые поселенцы. Покажи их. Люди, гонимые войной, пришли на нашу землю. Мы оказали им поддержку. Нехорошие люди, не разобравшись, украли у старейшины клана его жену. И немного меня раздели, поэтому вот на эти деньги я куплю себе новую одежду. И муж... А разве вы старейшина клана? Нет. Я помощник. Эти деньги не только ему, это деньги клану на обустройство, на питание.
Потому что, посмотрите, у них в котелке, кроме пустой воды, нету ничего. Людям нечего есть. На эти деньги они смогут купить еду, смогут купить кальян, смогут купить хлеб и, в конце концов, новых жен. Где белая повязка? Я за женой пришел. Где белая повязка ополчения? Я за женой пришел. За женой пришел? Да. Тогда ты сейчас умрешь. Оружие на землю. Я к вам... Оружие на землю! Оружие на землю! Отвечаю, никого не продавал. Три, два, один! Ранен. Бин, губернатор ранен. В перестрелке с Ревнивым. Что здесь случилось, губернатор? Почему этот мужчина стрелял в вас? Этот молодой человек польстился на жену переселенца. Вот. Он не умеет укрощать свои страсти. Его пытались уговорить, его пытались убедить. Я с ним лично разговаривал. Но он взял в руки оружие и решил военной силой убить мужа и забрать его жену. Аллах покарал его за это. Иншаллах. Старейшина, пройдите в здание. Вперед. Ай, шайтан, давай, становись, уже палку держи. Каску одевай, конечно, снимают же. О, здравствуйте. А, значит, занимаемся тут строительством дороги. План Хасанзай и Санзай. Вот новая дорога будет, полотно двухполосное. Вообще шикарно, ни одной ямы и выбоины не будет. А, вот сейчас как раз, ну, помощники, конечно, так себе тут все. Оборудование тоже, видите, старое уже все. Ну, кому кое-какие деньги дают. Вот катки ждем уже третий день. Третий день котов в гору подняться не может. И представляете как, условия работы тяжелейшие. Солнце, жара. Местные бегают постоянно, военные ходят, что-то взрывается. Поэтому, ну, дорога, в общем, будет отличная, ну, может быть, местами так себе. Ну, будем мы стараться. Вот ты что. Эй, да ровно палку держи, сколько раз тебе говорит? Левее бери! Левее! Я смотрю, а ты левее бери, говорю тебе! От меня левее, да, от меня! Нет, от меня, да не от себя, да сколько раз тебе говорить можно? Туда ходи! Туда ходи! Скажите, сколько стоит этот участок дороги? Ну, вообще все расчеты делает наш губернатор. Оплачивает, то есть губернатор? Оплачивает из Кабула кто-то. Очень серьезные люди. Деньги дают, все, средства, вот оборудование. Ну, конечно, старенькое все. Карты вот тоже что-то начертили. Ну, непонятно все. Работаем по старинке. Вот так вот, пальчиком раз-раз. А, и здесь, конечно, сверяемся. Все, у нас спутник через Аллаха, все сразу делается. Связь идеальна. По ветру смотри. По ветру нормально. На колени, встань на колени. Опусти камеру, опусти камеру. Морда в пол. Морда в пол, все. Держи. Эй, аккуратней там, дорога плохой, ремонт идет. Слева дороги ходи. Слева дороги ходи, там обвал. Камень в башка попадет. Эй, аккуратней там, ну асфальт же новый, топчешь его, мягкий еще, не высох. Левее ходи там, дорога новый, слева ходи, а то обвал. Что я тебе сделаю, грань, сука, железо? Да я им говорю, не тебе, успокойся уже там, э. Аккуратней тут будет бьет, и на них посмотри, опасные люди. Жаловаться будем! Давай бумагу бери, жалобу писать, сейчас пойдем! Не поверили, потерлись на
Ой, фу. Ну, как видите, вот такие условия. Как тут можно работать? Всю дорогу только положили, ровненький участок. Не высохло еще, они пришли, натоптали, простреляли все тут. Ай, шайтан, шакалы проклятые. Вот. Эти западные оккупанты, ну, в конец обнаглели. Пресса за материалы не платят, у них якобы денег нету. Эти военные тут патрулируют, проверяют каждые 15 минут документы. Спасения от них нету. Блин, как без них хорошо бы нам жилось. Надо с ними что-то сделать.